Совет! Член семьи Ишики не должен общаться с никчемными людьми! Это как бы... Ширацу, да? Помолчи-ка немного. Разреженным кровеносным сосудом будто бы понадобилось время, чтобы пустить кровь. Черт! Теперь я наверняка могу сказать, что тогда он не был даже наполовину серьезен. У него нечеловеческие навыки. Кто он такой? И это все? Жаль. Как бы ни отзывался обо мне, не смей трогать других жильцов общежития. Ладно, я передумал. Ширацу. Не против, если я тебя раздавлю?